Работа с текстом очень проста. Выбираем меню инструментов текст. Дважды щелкнем на том месте, где он должен появиться. И вводим текст. Заканчиваем путем щелчка на пустом месте. С этим текстом мы можем производить такие действия. Можем поменять его цвет, вплоть до градиентной заливки, с введением промежуточных цветов. Можем добавить тень и остальные свойства, включая прозрачность и так далее. И можем применить к этому тексту эффекты, которые указаны на страничке эффекты. Снизу видны манипуляции, которые мы производим. Другой текст вводим путем двойного щелчка в другом месте. Этот текст попробуем разделить на символы. Текст вроде похоже, но нижний текст мы можем по буквам разделить, раздвинуть. Но операция появления символов останется в той же самой очередности.